Здравствуйте, уважаемые зрители научно-популярного канала «Оздоровление». Я Александр Закурдаев и сообщаю вам, что я провожу курс восстановления зрения по методу Жичко-Бейса с 20 по 25 октября. Я являюсь учеником и последователем профессора Жданова и провожу такие курсы уже 7-й год. Курс состоит из 7 занятий. Первое занятие является ознакомительным. Оно проводится 20 числа с 18 до 20 часов. На этом занятии можно узнать о методе Бейтса и научиться делать несколько занятий для улучшения зрения. А также можно узнать о том, как будут проходить занятия. Основной курс проводится со вторника по субботу. В будни проводится с 18 до 20 часов, а в субботу проводится сразу два занятия с 14 до 18 часов. На одном из этих занятий я рассказываю о практическом применении оздоровительной системы профессора Неумывакина, поскольку проблема восстановления зрения является комплексной. И без восстановления здоровья эту задачу решить практически невозможно. Книгу «Беседы о здоровье и долголетии», которую мы написали вместе с Иваном Павловичем Неумывакиным, я уже презентовал на курсах профессора Жданова. Эту книгу также можно будет приобрести на моих занятиях. Занятие проводится по адресу Москва, улица Ольховская, дом 14, вход со двора, второй этаж, помещение Арго. Эта улица находится недалеко от станции метро Красносельская. Если вы выйдете со станции, там единственный выход, то надо перейти на другую сторону улицы и пойти вдоль трамвайных путей в сторону церкви. После того, как вы перейдете через мост над железнодорожными путями, вы дойдете до первого перекрестка со светофором, поверните направо, это и будет улица Ольховская. Дом 14 находится напротив здания Института пластической хирургии. Целью курса является обучение методам восстановления зрения при близорукости, дальнозоркости, косоглазии и астигматизме. Для посещения занятий надо записаться на моем сайте. Для этого требуется щелкнуть по ссылке «Запись на курс восстановления зрения», затем выбрать страницу лекции и занятия с левой стороны главной страницы. После перехода выбрать страницу «Запись на лекции и занятия». Там находится форма, вы заполните поля этой формы, отправите. Спасибо за внимание. С вами был Александр Закурдаев.